Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике, по данным Управления Роспотребнадзора, остается напряженной. За последние сутки зафиксировано 105 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом в городе Якутске зафиксировано 64 новых случая. Снижается количество заболевших в Мегино-Кангаласском улусе. Тем не менее, непосредственно достаточно низкими темпами там сегодня проходит вакцинация. Достаточное количество вакцины есть в Мегино-Кангаласском улусе. Я призываю граждан прийти в пункты вакцинации. Осложненная ситуация на настоящий момент является в Вилюйском улусе, Алданском улусе, где зарегистрировано 5,4 случая соответственно. В связи с чем, соответственно, сегодня необходимо обратить внимание на то, что ухудшение ситуации в этих улусах, оно связано не только с очагами в одном населенном пункте, оно связано с группами заболеваний в разных населенных пунктах. 4 случая зарегистрировано в Оленёкском, Амгинском и Сунтарском улусах, и по 3 случая зарегистрировано в Намском улусе. В Жиганском, Кобяйском, Чурапчинском по 2 случая, в Алданском, Татинском и Хангаласском улусе по 1 случаю. К сожалению, сегодня свободных от коронавирусной инфекции у нас остается всего 9 улусов. За сутки проведено 552 исследования. Всего обработано в республике за период пандемии 1 102 936 тестов на новую коронавирусную инфекцию. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, мы обращали не раз ваше внимание на то, что достаточно тяжело переносят коронавирусную инфекцию беременные женщины и кормящие матери. В связи с чем сегодня призываем семьи беременных и, соответственно, тех, кто их окружает во время беременности, и затем в последующем при воспитании ребенка, значит, перейти на нас на медицинские пункты для того, чтобы провакцинироваться и снизить риск заболеваемости наших будущих мам и молодых мам. На 25 мая 2021 года в республику поступило уже 196 084 дозы вакцины. Сегодня поступает дополнительная партия 5000 доз. И завтра ожидаем еще порядка 3000 доз. То есть до вакцины на территории республики достаточно. На настоящий момент развернуто достаточное количество пунктов вакцинации во всех поликлиниках. До конца недели во всех улусах республики будет обеспечена вакцина в связи после ее маркировки и доставки. И, соответственно, необходимо обратить внимание, что у нас первую дозу вакцины на территории республики получили 146 179 человек. Вторую вакцину уже получили 104 790 человек. Таким образом, на территории республики использовано 74,6% от поступившей вакцины. Соответственно, на настоящий момент все учреждения здравоохранения разными формами работают для того, чтобы непосредственно осуществлять вакцинирование населения, которое может выступить санитарным щитом для дальнейшего непроникновения и остановки вируса на территории нашей республики. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, количество тяжелых случаев, так же, как и количество летальных случаев, несмотря на то, что наши врачи делают все возможное и невозможное, у нас, тем не менее, фиксируется практически каждый день. И в связи с этим еще раз обращаю ваше внимание на необходимость вакцинирования как таковую и на необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на территории нашей республики в целях того, чтобы разрешить данную проблему с коронавирусной инфекцией.